перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. Тебе не сказали, что? Ебой. Спасибо, брат. Мой рэп говно, да и сам я распиздяющий. Охуительно все, только вот жду, блядь, съемок заебал. Привет, солнце. Сапку тут. Здорово, брат. Ну, тогда общаемся немного. Ну, все отдыхают в пятницу, я вот на съемках, да, блядь. Ну, а еще новый трек дропнул, походу, в среду или четверг. Добро, добро. Ебой тебе, привет, братов. Да, мы со Стей не особо общаемся. Ну, как бы, ну, мы в одной школе были там и... Общий знакомый, ну не то, что мы говорим, не, ну не то, что там на созвоне там или что-то такого. И я, сучка. Да, с Кизар общаемся. Привет, солнце. Здорово. Канал 360, блять, здесь с двух часов, о, нихуя там кто-то что-то ебашит, с двух часов тус, ну, знаете, как съемки обычно проходят, да, нахуй, полчаса снимаешься, пять часов ждешь, бля, йо, Ника, ну, вот там 12 мая концерт в Москве, а, до этого я вам выпущу еще клипчик и альбом новый. Братан, кепка Джорик, но, бля, это в Москве вот покупал, вот об этом я говорю, поэтому не люблю в Москве покупать кепки, ну, бля, ну, у какого Джорика вот такой вот дизайн, бля, да, она, как бы, самая качественная из всех, что я нашел, как бы, да, смотрите, вот, все, есть, как бы, да, ну, бля, ну, вот значок тоже чуть за хуйня, ну, братан, знаешь, вот, как бы, когда надо сниматься, просто едешь, блядь, берешь, дать мне черную кепку. Вот так. Да и у нас в Москве все покупают, все кепки, ну как бы левак. Вот, да, есть с Америки кепки, там прям по вышивке сразу видно, насколько там, ну, высокое качество, понимаешь, прям. А Дуня, да, общается, у них вроде бой с Димастой был или что-то такое, а? Кто не знает про это? Они вроде там какой-то celebrity боксинг матч, типа того, они, по-моему, боксировали или что-то такое там. Ну вот, я как бы сам не был, но, блядь, слухи доходят, что-то такое происходило. Он как бы мне звонил, звал меня на эту хуйню, но я тоже, блядь, ну с кем ты хочешь, я дрался там, да? Все узнаешь, ну как знаю, ну не лично же, конечно. Зачем этого бомжа знать? Да, брат, он только что показывал. Футбол смотришь? Не, брат, не особо. А вон там завтра это, да, бои будут. А там что, Хабиб, да, и этот Магомед Шарипов будет.
лет в Сибири, брат. Как мне Face to Face один раз меня пригласил на свой концерт, он мне написал в Твиттере, приходи там на концерт, там я там фанатисты, пришли, нам не очень понравилось, если честно. После этого не общались особо. Не то, что там что-то плохое произошло, просто, хуй знает. Нам не понравилось. Хабиб не факт, что будет, да я думаю, Хабиб-то будет по-любому. Там весь, этот держится на Хабибе. Надеюсь, они меня найдут, когда надо будет сниматься, потому что я уже заебался. Туркменистану привет, брат. Туркменистану привет, брат. С Петисом будет Хабиб. А что с этим? С Максом? Не, он же с Холлоуэем будет. Привет, солнце. Привет, солнышко. Я тебя тоже люблю. Тут, передача, они меня... Им позвали, в студию и готовят мне сюрпризы всякие. Хуй знает, мою реакцию снимаю. Вы меня не спрашиваете, это самое... Я обычно отказываюсь от такой, тут хорошие деньги, хороший канал, хорошие ребята, Поэтому я согласился, и денежку снимал, охуительный клип в этом месяце. Вы знаете, я там ничего фальшивого, никому жопу мы не сосем никогда, все равно обик-обик, да, ничего фальшивого. Да с Димасом, общение, мы видели с Димасом, здорово, несколько раз, все ему хорошее, может быть, общение, братан? Мы в разных городах, понимаешь, в чем я? Холловый соскочил с боя с Петисом будет. Это откуда такая инфа? Это когда было, блядь? Что значит соскочил? Когда он сегодня соскочил, что? А ты хочешь приятное сделать братану? Братан, не надо мне делать приятное, пожалуйста. No homo. Можешь поддержать братана творчество. Ты уже и так, наверное, сам знаешь, приятного не надо мне, блядь. Другого пацана. Уж пойми, со всем уважением. Хочешь поменять стиль, делать что-нибудь качаемое? Если не качает, то ты, я не знаю, что слушаешь, епта. Наша техника, например, пиздит. Да, конечно, пиздит, ебать. Что мне еще делать, толстая жопа, епта. За что его снять? Когда сняли? Ты угораешь, брат. Макса сняли, блядь. За что его сняли? Мы увидим с Пашей техникой, что делать? Я к ним боюсь, придется к нему подойти и спросить, что он там за хуйню пиздил, да? Да ты угораешь, вы все надо мной угораете, да? Этот соскочил Петис или Аквинта. Этот Элай Куинта, по-моему, вообще у него и так бой будет. Вот вы угораете надо мной, да? Что значит бой с Хабибом отменен? Теперь вообще отменен. Вы че гоните? Эй, есть там кто-нибудь нормальный, кто, на полной серьезке может быть... Кто может вообще сказать, что происходит, нахуй? Че, будет бой или нет? Петис будет и Петис не сделал вес. Вы вообще разные вещи мне пишете, блядь. Как обычно на батлах разъебать. Братан, не знаю, когда вы найдете мне соперника, с кем мне батлить? Гнойный сдулся. А с кем еще? С кем?
как, блядь, Петя сможет не сделать вес, если он с утра еще не должен был драться? Он не может за 2 часа сделать вес, вы что, гоните? Один трек, не знаю, какой новый, наверное. Иди ресторатор порви. Бля, я на съемках, братан, тут не до группы UFC. Сраный интернет, это так еле ловит, блядь, сраный блокират, который мне пришлось, чтобы выйти, вот прямое включение, пришлось уйти вот сюда, где провода торчат, нахуй. Не, на бите я точно не буду батлить. Блять, короче, если этот Петя запросил лям, красавчик, хули. Ой, блять. Ну что, остается только им взять пол ляма и позвонить Олику. За пол ляма я выйду с Хабибом. За пол ляма я выйду с кем угодно, я бы сказал. Позвоните Дэнни Уайт, скажите, обе готов выйти, блять, за пол ляма. Нахуй этого Петя Салаха. Я убит, пиздец, да я, блядь, заебался, здесь же засыпаю здесь, братан. Привет, солнышко, все отлично, ты как? Софрит, не хочу батлить, нормальный нигер, нормальный пацан, нахуй мне с ним батлить? Может, сявый? Ну, братан, ты думаешь, этот сраный, блядь, бомж согласится батлить со мной? Тебе на точку батл звали, я не знаю, какую точку, блядь. Правда, что значит звали, блядь? Меня зовут каждый день куда? И как бы мне не надо звать, мне надо кинуть бабок, ёпта, искать нахуй обик. Вот мы хотим, чтобы ты сюда приехал, там вот тебе бабок, там предоплату, хуй, понимаешь? Да все нормально, брат. Как у вас в Твери? Позвони Дане, скажи, брат. Спасибо, солнце, ты тоже лучше. Ну, там же, блядь, ресторатор уже вам говорил, сколько за что платит. Вы уже должны быть в курсе, как бы. Да, есть бабки, есть дело, как бы. Ну, да, ну, что думать, что я, ну, поеду на этих, там, любителей бафлов, там, сына проститутки смотреть бесплатно? Не, ни за что. Не, я не курю, брат, на горбушке думать. Не надо со мной дуть, брат. Приходи лучше на концерт 12 мая, качнем все вместе. Как бы все, кто на концерты ходит, знает, я близок как бы к народу. Я всегда выйду с вами за фотку по базарю. Как бы, ну, со всеми хоть по чуть-чуть, как бы. Поэтому приходите, как бы, качнем. И на съемку, солнце. Эй, ник ее, блядь. Это разве не битмейкер какой-то? Альбом пишет, да, уже дописывают. В конце месяца, думаю, будут. О, блядь. Когда ж меня позовут, блядь. Ну, вы меня, конечно, все вообще расстроили. То есть, блядь. А почему не дали Максу, блядь, драться, как бы, ну, без веса? Ну, то есть, ну, блядь, не намного же он тяжелее, как бы, да? Ну, сколько он там не сделал? Тем более же, ну, постоянно, как бы, такое бывает, что если кто-то, как бы, ну, не этот, не сделал вес, то, ну, там, 30% всего гонорара уходит другому, да? Не, с Дебаса там точно нечего делить. Я это канал 360 вообще. Честно говоря, как посмотреть будет, не знаю, это пока пилот. Не знаю, блядь, честно, не знаю и не подозреваю, как и где можно будет посмотреть. Я тут чувака превращаю в рэпера, типа того.
Типа там уши ему надо зашить, жопу. Шучу, конечно. НТЛ. Нет, НТЛ я не слушал. Я слушал Supreme NTM, если ты понимаешь, чем я. 90. Да не, я не разочаровываю, брат, ты знаешь. Макгрегор там выебается. Да он нахуй идет? Макгрегор, блядь, показушник ебаный. Ну, не ведитесь на показуху, да? Когда, блядь, на бой его зовут, и, блядь, выйди, докажи, что ты хочешь. Он, блядь, в кустах. Как только, блядь, кто-то принял бой, Макгрегор выбежал из кустов там сразу. Он делает все, чтобы не драться, как бы, ну, все, чтобы не драться, чтобы вот остаться там, где он есть сейчас. Но ему по-любому придется, как бы, чем, что-то отдать. Вот. Ты можешь фальшивить. Ну, понятно, у него уже нет ни голода, ни хуя. Он же, ну, как бы, не драйв. Он не готов так хуяриться. Да и Хабиб бы и так его порвал, как бы, тут, блядь. Ну, это никого не секрет, кто более-менее разбирается. Брат, за полляма, а ты бы нет? Да за полляма я бы, блядь, этому Макгрегору бы ему глаза выколол, блядь. Тройку. Да я уже постоянно, что там, молодой, Михей, да? И скрытая угроза, наверное, если не считай меня. Че, он уже это? Вот. Что не хватает? Вот с такими чуваками снимай. Ага. А много не хватает? Все уже ушли, только я нахуй. Во всех пятниц, кроме меня. Да, да, это Лобов легенда. Альбом называется, бля, у меня есть три названия, но я, короче, ну, вот выбираю все, походу, да, надо добивать, ебой.